Дорогие уральцы, президент всю следующую неделю объявил выходными днями. Я хочу подчеркнуть, что выходные дни – это не каникулы, это необходимые меры безопасности. Я вас очень попрошу оставаться дома, побыть в кругу семьи, почитать книгу, посмотреть телевизор. Мы, Свердловская область, мы обязательно справимся с этой непростой проблемой. У нас прекрасные врачи и ученые. Но сегодня здоровье ваше и ваших близких в ваших руках. Всего вам самого доброго и хороших, теплых, семейных, домашних выходных.